Сиднее сотни австралийцев египетского происхождения протестуют против деятельности организации «Братья-мусульмане» и выражают свою поддержку военным силам, которые сместили с поста президента Мохаммеда Мурси. Многие христиане-копты, проживающие в Австралии, приняли участие в митинге против насилия, которое распространяется и на их единоверцев. Мы осуждаем действия братьев-мусульман. Они разрушили не только церкви, но и сотни детских домов и других учреждений. Убивали полицейских и военных. Мы здесь в поддержку вооруженных сил, в поддержку генерала Абделя Фатаха Аль-Сиси и египетского временного правительства. Мы против организации «Братья-мусульмане». Сотни демонстрантов-исламистов были убиты в ходе подавления акций в поддержку Мурси египетской армии 14 августа. Впоследствии исламисты сожгли несколько церквей. Все, что мы хотим, это покой и мир для людей, живущих в Египте. Мы хотим жить в обществе, которое гарантирует мир и право на нормальную жизнь. Всплеск насилия в отношении коптов связывают с их активной поддержкой временного правительства Египта и вооруженных сил. Члены видной правозащитной организации «Международная амнистия» считают, что нынешнее руководство страны должно немедленно принять меры для защиты коптов. Христианское религиозное меньшинство насчитывает лишь 10% от общего количества граждан многомиллионной североафриканской страны.